Петрась. Это не доверие, сверните. А, доверие? Потому что мне и следственный орган надо шагать туда-сюда, там долго стоит. Я, к сожалению, забыл копию. Я копию сделал. Копии нет у вас там? Я копию сделал, забыл. Но, к сожалению, нет. Сделайте, пожалуйста, копию. Я думаю, вы пошли сделать. Не для приобщения дал доверие. Можно узнать позицию прокуратуры? А вы будете приобщать какой-то отзыв? Да. Андрей, у меня заключение. Заключение какие-то документы? Вы приобщите? Ну, нам сейчас откладывается на это. Это опять, наверное, за шарманку, да? А что шарманка, если уголовное у вас должно? А? Уголовное дело. Все документы находятся в СССР, которые мы пытаемся требовать. Через что? Смысла нет. А почему это? Документы. Нам с вами вместе. Как выносить решение без документов? Подтверждаешь фальсификацию. Идет следствие. Да, и мы будем красно народ. Я буду просить красный народ. Это получается, здесь откажется от отсутствие доказательств, а там посадят. Это так не бывает. У нас идет от приговора, в любом случае, вот это решение будет зависеть от приговора. Потому что вся доказательная база находится в следственном органе, все оригиналы. И видеозапись, и аудиозапись, все билетные голосования, все их пакеты, все находятся там. Мы не имеем права их требовать. Мы подали иск, еще дело не было отжито. Так, давайте не надо мне претензии предъявлять. Я все их пакеты, я не подвел билетные голосования. Все пакеты не указаны. Укажу. Алло. Угу. Можно. Матери позвони, что ли? Я скажу, я в суде. Леру найди. Завтра нет, у нас решили, как мы остановим на аудиозаписи. И зря приняли решение, как для выбирательной комиссии, и МИКа. Если она сюда придет и скажет, да, я бы нашел это, важно, поэтому настолько в этом важно. Приведу. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет событие. Вот как нашу позицию столько слышат. Не только тиктоку, а
С момента подачи того заявления очень много событий произошло. Очень много. Включая работу, следственных органов. Ну, следственно, понятно. Ну, как понятно. Это самое основное. Сколько следственных обнаружили? Сколько вмешательств? Ну, я не знаю. Но официально пока озвучили 23. 23. Пока это официально есть. Есть тайны следствия? Мы все не знаем. Мы что это уже пристав. Понятно? В любом случае мы будем, я сейчас буду подождать, если свяжу сведения о факте возбуждения уголовного дела. У меня нет документов. У меня нет постановления возбуждения уголовного дела. Это только на официальной странице Следственного органа. Знаете, по Мусульманскому обнадательному округу, по выборам Мусульманского обнадательного округа, возбуждено уголовное дело в отношении председателя и двух членов. Еще, по-моему, еще под участковым, да, еще, по-моему, по одному еще там посадили, но не забили. Это одна только, да? 20 человек. Все сядут. Магазин вдруг много. Сядут, не вопрос. Бугарь отсюда что делает? Да ладно. Ваши нет, что ли? Они все самостоятельные, представляете, все независимые самостоятельные. А кто тут вообще не придумал? Ну, и замку тоже, конечно, не заставляем. Естественно. Как, ну, жарко и жарко, у него куратор самый главный. Ты к тебе? Ну, вот это дело вообще. Они самодеятельность у нас, когда кто занимался, он очкурился. За боязнь потерять работу и уехать на монолит в Москву. Слугу, я даже вам об этом говорил, здесь вот. Я не знаю, как здесь кто вообще нормально, да? Наверное, тоже и сторонник нормальный, да? По православию. Он тоже они будут курка. А что делать? Просто так не бывает же. Тихонечко. Сейчас услышим про Бондарек, да? С юмором. Кандалы один, что-то. Сейчас Руслан пьет. Ты это бросли. Если бы я серьезно относился ко всем этим мероприятиям, я давно уж повесился бы. Представляете? Со своей общественной работой. С вами невозможно работать. Вы в наглую все делаете. И не подруги не делаете. Что мы делаем вообще? Вы 4 уголовных дела на ровно месячную возбуждение. В отношении кого? Это все одно, звенья одной цепи. Вам спросим прокуратуре Урмарского района. Читает мой телеграм-канал. Вот возможно они так тоже будут. Их надо прокуратуре Чувашской республики. И с этого же началось, представляете, с этого. Вот не зря живут. Ну, что представляет у вас проблема? А что, Бондарек не выяснил? Злоупотребляющий алкоголь, да, пипки? Это язык как по него несет. Нет, там уже сам. Не останавливает. Павлов сам подумал, нет? Да? Павлов сам подумал. Сам подумал? Да, сюда, полиция, показывает, куда подумал? Нет, это уже потом. Слегка. Это комитет на месте ходил. На президентский курс. После контакта, что сначала выложил, потом пошел. Я сперва выложил, а потом пошел. Потому что я сказал. Надо быстрее. Вот это тепленькое. Нет, ну с этой точки зрения все правильно сделал. Я не стал скрывать, что так чувствую. Ну не надо. Только он меня очень не скрывает. Ты приходишь. Ты вчера оборачивался, рядом с тобой. Ладно, не любит, народ не любит. Не любит. Я же знаю, что они обо мне там говорят. Готовы давно умер, смотрю, пришли. Ну, есть критики, есть не критики.
люди после 18 стакан могут неадекватно относиться к этой деятельности. Что у нас? Марийский снег, а там сестрёвский снег. Сестрёвский? Я сестрёвский снег. На федеральных уровнях потом. Он там пропел с тобой, и прям на пасаж.